И в заключении спортивные новости. Виктор Лебедев будет оспаривать решение о недопуске к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в спортивном арбитражном суде, сообщает Sportbox.ru. Напомним, якутского борца не допустили к Олимпиаде из-за случая с допингом 10-летней давности. Более того, заменить его в российской команде невозможно. А путевку в этой весовой категории Международная федерация передала Белоруссии. И благодаря этому шанс поехать на Олимпиаду в Рио получил другой борец из Якутии Владислав Андреев. Он вылетел в Минск на прикидочные схватки с конкурентами. Как известно, уроженец Нюрбинского района Андреев много лет выступает под флагом Белоруссии. На сегодня в составе этой страны в данном весе числится 3 легионера. Дагестанец Лачинов, бурят Ринчинов и якутянин Владислав Андреев. Борьба за путевку в Рио развернется между этими тремя спортсменами. Кто в итоге примет участие в Олимпиаде, решится в ближайшее время.